Чай из амаранта. То, что надо. Вот он сушененький так выглядит. Также ферментируем листья, как лейван-чая. Берем, мнем их тщательно, кладем под пресс в кулечек на сутки двое. Затем достаем, сушим. Можно не спешить его заваривать. Через пару недель намного вкуснее становится. Листья набирают свойства, приобретают определенные. Вкуснее становится. Амарантовый чай, чай бессмертия. Ахмара, Ахмара, богиня смерти, отрицающий смерти. Полезен для всего. Такой вот вариант. Завариваем чай не кипятком, а в термокружке. Менее 60 градусов вода, чтобы витамины все остались целыми. Получается чаек амарантовый.